Синоптики предупреждают, что в ближайшее время в области будут сохраняться устойчивые заморозки, после чего температура будет постепенно повышаться. Отметим, продолжается ограничение движения для общественных и грузовых транспортных средств на всех участках дорог республиканского и областного значения. В ближайшую неделю на большей части территории Акмолинской области под воздействием арктического антициклона сохраняется морозная погода без осадков. Синоптики предупреждают о том, что в выходные дни в ночное время температура воздуха будет понижаться до 40 градусов. В течение недели будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха. В ночные часы от 35-40 до 27-32 градусов мороза к концу недели. Днем от 27-32 до 17-22 градусов мороза к следующей пятнице.